На сегодня работает штаб, на село наложен карантин, движение скота и продукции с данного населенного пункта прекращено, ситуация под контролем, и все подворья взяты под контроль, выявлены все контактные, им проводится химиопрофилактика, антибиотикотерапия, и за последние сутки в данном селе не выявлено ни одного случая среди населения. Нужно обеспечить, чтобы люди были защищены, чтобы это дальше не распространялось. Это первая задача. Мы вместе вам, вместе с местными властями. Ну и вторая задача, нам нужен комплекс мероприятий для того, чтобы в стране таких случаев в будущем не было. То есть за этим надо очень строго следить, потому что это здоровье людей. Вот вам персонально поручают этот вопрос держать на полном контроле.